Главные качества этой личности – свободолюбие, сексуальность, стремление к переменам, динамичность и коммуникабельность. Максимально счастливыми цветами для владельцев этого имени является белый цвет, все оттенки светло-серого. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Буквы «Н» приносят в характер отрицание и сомнение. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Люди с этим именем быстро просчитают возможную выгоду, и если она им покажется существенной, они готовы идти на риск. Люди с этим именем ненасытны к любой информации и любят справляться с самыми сложными заданиями, особенно в режиме аврала. От душевного мятежа многие приходят к религии. Очень часто обладатели этого имени увлекаются философией и любят размышлять о жизни. Качество Меркурия у владельцев этого имени дополняет соответствующие экономические и юридические способности. Успех им практически обеспечен. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Буква «К» в этом имени обозначает страсть к выбранному роду деятельности. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Это сильные личности, способные привлекать внимание людей за счет своего обаяния, готовы идти к поставленным целям любыми путями. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.